Сегодня в Рунете обсуждают новогоднюю вечеринку, которая прошла в одном из клубов Киева. Там в ходе развлекательной программы инсценировали казнь российского пилота Су-24, сбитого в небе над Сирией. В центр зала вышли двое мужчин, на голове одного из них был мешок. Под аплодисменты посетителей человека в тельняшке поставили на колени. Ведущий объявил о начале суда. Каждый русак будет наказан. Свой номер украинские аниматоры назвали «Удар в спину». Все это сопровождалось музыкой, которую боевики Исламского государства используют в своих пропагандистских роликах. Добавлю, что эта вечеринка с политическим уклоном в Киеве далеко не первая. Год назад там испекли торт в виде ребенка, лежащего на российском флаге. Его разрезали и раздали куски всем желающим.